года сотрудничаем с нашей новой организацией, которая в Кингисеппе работает. Это Еврохим Северо-Запад. Руководитель Белобородов Илья Викторович и наш непосредственный исполнитель, который с нами работает, это Федоров Сергей Васильевич. Мы готовим кадры для этого предприятия по их заявке, и поэтому, естественно, что нам нужна была лаборатория, мастерская, которая соответствует всем требованиям, нынешним требованиям, которые требуются для подготовки молодых специалистов. Мы, конечно, не ожидали и благодарны, что нам такой подарок сделали для того, чтобы подготовить детей. Они платят стипендию нашим, конечно, электрикам и аппаратчикам для того, чтобы подготовили мы им кадры хорошие. А для хороших кадров нужны, естественно, хорошее оборудование. Вы видите, какая прекрасная электромастерская. Мы ждали эту мастерскую и, конечно, очень благодарны. У нас теперь, по крайней мере, будет соответствовать немножко... Доделки будут, но мы сделаем так, чтобы не стыдно было любой конкурс, их проводить конкурс, им показать, куда они деньги вложили, и, конечно, подготовить хорошо детей. Оборудование, которое вы видите в этом классе, было изготовлено нашими специалистами. Для того, чтобы обучались студенты, закрепляли свои знания на практике. Здесь есть методические указания для того, чтобы преподаватели, студенты могли собирать различные схемы, которые они будут сталкиваться непосредственно на заводе с такими схемами. Некоторые модули тут идут программируемые, более современные, которые программируются на компьютере, пишутся специальные программы, и этот модуль выполняет определенные действия. В будущем понадобятся специалисты, которые будут грамотные, специализированные, поэтому было принято решение поставить именно такое оборудование, чтобы студенты изучали все новое, ну, стремились к знаниям, которые в будущем пригодятся работе в Еврохиме. Идет с расчетом для всего Еврохима. Да, да, потому что и стипендии платятся, и все идет от Еврохима. Сейчас на территории Кингисеппского района 3 предприятия, которые входят в Еврохима. Предприятие «Фосфорит», производящее минеральные удобрения, компания «Кингисепп Ремстройсервис», обеспечивающая сервисное обслуживание как раз завода по производству, и вновь строящееся предприятие производства будущего аммиака, так скажем, да, это компания АО «Еврохим Северо-Запад». А в дальнейшем, может быть, будет и другие компании, обучаются сейчас здесь, там, не только на электриков, да, это аппаратчики у нас сейчас висят, да, они будут задействованы на всех предприятиях, подвластных холдингу «Еврохим». То есть вот сейчас 3 это предприятия, в дальнейшем, возможно, будет и... Обеспечены выпускники работы. Да, самое главное. Да, то есть все по окончании, да, своего учебы, в любом случае, да, студенты у нас могут, наверное, и практику проходить, да, я надеюсь, да, большинство, да, большинство из них. Плюс они будут трудоустроены к нам. Мы готовим кадры здесь, кингисеппских ребят, для Кингисеппа. Mm-hmm. Поэтому хотелось бы, чтобы ребята здесь оставались у нас, жили, работали и прославляли наш славный район. Ну, хотелось бы еще сказать пару слов, что у нас на этом сотрудничество с колледжем отнюдь не заканчивается, оно только начинается. У нас еще есть планы по строительству здесь мастерской для слесарей, ремонтников и оборудования ее. Я думаю, что в ближайшее время тоже мы это все дело раскрутим и запустим. Ну и вообще хотелось сказать, что у нас сейчас на данный момент стройка уже в активном этапе. Уже закончены фундаменты, металлоконструкции начинаются, монтаж металлоконструкции, и в ближайшее время начнется монтаж оборудования. То есть, в принципе, в ближайшее время уже, да, у нас на финишный этап стройка выйдет, там буквально год остается. И нам нужно скорейшие кадры здесь, в Кингисеппском районе, свои, толковые, грамотно обученные, на хорошем оборудовании. Поэтому вот эта лаборатория как раз у нас здесь появилась. Это ваша база? Да, это база, да, наших кадров будущего. И, конечно, мы можем потом проводить и переподготовку, и подготовку, повышение квалификации курса. Это все будет возможно, потому что оборудование очень хорошее. И, конечно, от педагогического коллектива очень большая благодарность, что нам помогаете. Потому что уже мастерские в страшном состоянии были, они уже непригодны для обучения нынешнего. И, конечно, я очень благодарна тебе лично, что мы получаем такое. Конечно, будем стараться. Согласны вы со мной? Согласны. Будем стараться, чтобы подготовить достойных ребят. Ребята очень хорошие, наши, в основном наши местные. Есть Волосовского района, Сосланцевского района. И, конечно, будут работать, будут получать жилье в свое время. То есть все блага, которые раньше получали на фосфорите, будут получать и эти наши выпускники. И я бы не хотела, чтобы они разъезжались куда-то. И хочу сказать, что очень большой спрос становится на кадры в Кингисеппском районе. Порт, услуга, заявки подает тоже. Но раз мы сотрудничаем тесно с ними, будем, конечно, готовить по всем их заявкам.
тех, кто нужны для работы на Еврохимии. Что будущее есть. Если еще планируется строительство других предприятий, конечно, как это так осваритовалось? Приезжали со всего Советского Союза, получали жилье и жили, и работали. Я думаю, что и в колледж, да, извините, Владислав, технологии сервиса, да, соответственно, с ближайших районов как минимум люди будут приезжать учиться, когда будет создана здесь новая современная база по обучению. Людям будет приятно, людям будет интересно. Здесь есть база и для работы, соответственно, да, в этом нашем районе. Поэтому мы тем самым привлекаем людей и из других районов. Ну, я надеюсь, что оборудование, которое приобрели за счет средств Еврохим, намного улучшит качество и обучение наших студентов. В виде даже оборудования, которое установлено здесь, это современное оборудование. Полностью у нас электроника будет. В будущем наши студенты придут, я думаю, что на предприятие, которое нам помогает в этих средствах. Ну и еще хотелось бы, конечно, дооснастить эту нашу мастерскую лабораторию современными перфорированными столами, на которых будет уже установлено оборудование.